Бля, я точно не знаю, куда мы вообще идем. Опять все повторяется. Жена говорит, мы идем. А куда мы идем? Мы как шли, так и идем. А куда идем? Так что там говорит надо? Что, скоро поеду в Кемере. Вот. Жду электричку. Настроение пока плохое. Обычно у меня хорошее настроение утром, а тут ну, так. Испортилось как-то очень резко. Хоть это и выходные. Я не знаю, что я буду делать в Кемере. Вот. Потому что я вроде там ни разу не был, но в Юрмале я был. Это был 2009 год. Что? У меня пока плохое настроение, но вот уже сел в электричку и скоро поеду в Кемерово. Ну, примерно час буду ехать. Когда доеду до туда, продолжу дальше снимать видео. Куда поеду? В Кемере. А что там за песня звучала? Я уеду на недельку до второго. Комарова. Пойте. Недельку до второго. Я уеду. Комарова. Сам себя найду в пучине. Если часом затону. На недельку до второго. Я уеду. Вот я и приехал, в общем, в Кемере. Настроение более-менее нормальное. Блин, я же не помню, что там еще хотел сказать. Но большое количество людей, в общем, приехало в Кемере. О, я тут не один приехал. О, сколько приехало молодежи в Кемере. Итак, это небольшая информация о Кемере. То есть, есть здесь, короче, Лела Кемера, Тирила Така, 4 километра. Потом... Велмашрутс, это то есть все, что связано с велосипедом, ну то есть можно свободно кататься. Вот, дальше тут Слокос Эзерс, 4 километра надо идти туда. Потом Лужник, Гравия, Серовота маршрут. И что-то тут еще двое. Тут Кемеру Тиц, Межемая, Кемеру Туризм, Кемеру Курто Паркс. Ну вот, что из себя, вот, в принципе, представляет Кемере. Вот Юрмала, вот это уже ближе то, что Кемеру. Вот, Кемеру Национал Айс Паркс. Вот. Вон там вот, если пройтись несколько метров, то там болото. Вообще не с этого хотел начать, не с болота, а начать с того, что, ну, путешествие начал по Кемере. Настроение более-менее нормальное. Вот до этого просто было плохое настроение. Птички. Что-то я не слышу птичек. Погода замечательная. В прошлый раз, когда я ездил в другое место, погода была не очень дождливая. А в этот раз погода хорошая, солнечная. Вот. А вот и магазин. Тут, смотрите, шоколадки продают всякие. Ну вот, только что недавно вышел из магазина. Вокруг этого магазина там еще остановки были. Много алкоголиков каких-то местных получается. Ну, ко мне не подходили, ничего не требовали, чтобы дал там выпить, например. Такие вот дела. И впереди я вижу что-то интересное. Что-то такое историческое и интересное. Ну, может быть, для истории Латвии не столь важное. Я до сих пор нахожусь в Кемере. Про этот парк я вам уже рассказал, что вот очередной парк. Что там еще на будет? Ну, очень большая территория. Я здесь, может быть, захотел бы жить, в общем. Может быть, создал бы здесь семью. Работу бы нашел. Не работал больше бы на Букса.
Вот, может быть, себе, ну, отремонтировал вон ту вот виллу. Вот, и был бы начальником этого здания, и этот парк бы принадлежал мне, а потом тут я бы снимал какие-то кемеровские боевики и прославил, в общем, бы этот район на всю Латвию, а потом уже на весь мир. А потом бы бросил вот эту виллу, уехал бы в Голливуд, а сюда бы приезжал бы раз в 10 лет. И меня бы вспоминали как героя Отечественного 21 века. Мне нравится вот это вот дерево. Хотя деревом это сложно назвать, больше кустом. Мне не хватает слов передать всей этой красоте, как ее можно правильно писать. В общем, можете писать свои комментарии об этом дереве, кусте, я бы сказал. Вот. Вот у меня появились свежие мысли. Такое впечатление сложилось, как будто я сюда приехал не просто погулять, а на концерт, который будет вечером, будет много людей, люди будут гулять, будут под какой-то эйфорией рассказывать, что свои какие-то лучшие моменты из жизни. А пока ты так гуляешь, вот, и кажется все скучно, ничего интересного не происходит в этот момент, а все ждут концерт. Давай. Да, вон вижу банку пива и вижу исторический памятник. В общем, тут девушка и молодой парень друг друга обнимают, они танцуют. Ну, Янка! Вот. Вот пиво. Пиво. Цесу пиво. Приходите, покупайте мороженое во время осени. Вон там вот впереди очередная свалка. Много бетона, кирпича и так далее. Итак, я уже добрался вот до этого места. Думбрайс, Межуудене. И я пойду, в общем, сюда. Можно подскользнуться вот под этим деревянным доскам. Но если дальше идти, пока вроде как бы и не скользко, и не мокро. Ну, немного так, сыренько. Вот. Мне попросили этот дуб снять, в общем. Речка Варшупита. Гуляя в таком месте, я или другие люди могут себя почувствовать своего рода такое, знаете, маленькое средневековье. В общем, сделано на месте, в котором я гуляю, сделано качественно. Видите, как балочки сделаны, ну, все очень хорошо. Ну вот я дошел до Межимая. Очередной красивый парк. Так, направляемся в павильон Суцеровоцки Зациния, 400 метров, павильон and Sulfur Water Spring Lizard. Ну там, короче, что-то связано с ящерами. Прогулка продолжается. Опять лес. Опять очередная дорога, и иду вперед. С гранатометами, с банданой, всем арсеналом ехать, двигаться по дороге, нахуй. С чеченскими флагами. Мами, ями. А есть такой клип? Ну, своего рода есть. У этих, блин, как же эта группа называется? Ну, типа, по теме говоришь. Забыл, в общем. Гром, блин. Лают всякие собаки, дрова. В общем, поколоты еще есть. Чурки недоколоты. Как будто ты попал не в Кемеры, а в какую-то деревню. В
Продолжаю дальше гулять в Кемере. Я немного подустал, потому что туда-сюда гуляем. Вот, ну еще примерно час догулять и поеду обратно. В общем, в центр Риги. Заля Капа Гриндюна. Вот куда я попал, короче. Этот лес все еще не заканчивается. Он большой. В основном тут сосны, елки. Блять, мы не дошли, пошли домой, уже поздно. А реально, куда мы, докуда мы уже дошли, кстати? Бля, я точно не знаю, куда мы вообще идем. Опять вы все повторяете. Жена говорит, мы идем. А куда мы идем? Мы как шли, так и идем. А куда идем? До ночи будем идти, а потом скажем, давай обратно. Пойдем обратно, нахуй. Хорошо, что я взял два фонарика хотя бы. У нас пару собак. Ну... скучно не будет, назад может быть и придем, только эта самая электричка, да, будет, наверное, да, да, под утро, только мы обратно вернемся, мы опоздаем. Блок продолжается, я не сдаюсь, ну хоть и устал. Мы идем, да, идем в местности, да, болотистой местности, угу, где полно всякой, ну это дюна считается, фигни. Да, вот это хорошо, дюна. Что сейчас уже, да. Ну, конец уже летнего сезона. Так уже это лето закончилось. Подожди, это болотистая, ну, да, местность. Это хорошо, что конец летнего сезона. Если мы здесь в пекло бы шли бы, в жару, да, то бы все кишило змеями. А, змеи, да. И всякой живностью, швошью всякой, блядь, угу, непонятной. Да, да, это правильно. Ну, это грамотно сказал. Скверно всякая, да, херня, короче, чтобы, да, ползала, блядь, угу, лазила, летала, прыгала, скакала. Да, особенно эти комары. Как вспомни комаров. Ну, вот. Не, комары нет, под вечер жрут. Да, не, ну, так уже, сейчас, уже вечер, да, считай, вечер уже, да, сейчас. Да, нас бы сожрали, да, бы тут вообще бы просто. Все вышли бы с станции прыщавые. Еще было бы ужас сколько бы. Да. Вот. Ну хорошо, что сейчас такой сезон уже, прохладно. Вот какие-то встречные люди. А, да, люди идут, да? Да, да. Ну все. Это мы только встретили за 30-минутное время. Да. Человек, остальных, да, больше нет. Ну, блок продолжается, в общем. Как мне уже надоело идти, бля, просто уже, я не знаю, мы сколько уже прошли. Да, у меня уже плечи устали. Километра, по-моему, вот, 3. Типа наподобие, ну, да, жрет, короче, под кожей всякие эти черви там, жесть, ну. Ладно, там дальше посмотрим, что будет. Ну да, ну, хорошо, что еще не лето, давай. Ну да, еще идем. Все, давай гоним. О, уже батарейка садится, поэтому вот сниму, куда надо подняться, вот туда вот кверху. Ау, слышали, какое эхо? Это на горе. Долго не могу снимать, потому что батарейка садится. Но вот могу снять мостик такой. А вот здесь вот болото, мох. Это специально сделано. Вот. Мост такой. Уставший, но не голодный. Короче, шли куда-то и зашли в тупик. И не попали куда нам надо. Он не голодный, потому что он пожрал. Я нормально купил еды и все такое. Да, да, да. Ладно, ну блок продолжается, но у меня батарейка садится уже потихоньку. Этот блок продолжается, потому что он подходит уже к концу. Мне нужно дойти до электрички, потом еще
может быть, в магазин. Кое-что купить надо будет, если успею. Ну, пишите свои комментарии. Ставьте лайк, либо дизлайк, либо ничего не ставьте. Пишите свои комментарии. Всем пока.